Через мастера можно играть, просто отключив себе магию, выходить в предметы для урона с руки, и все. Это основное такое. Можно в суммонера собраться. Обычно играют через вехи устранения воин или устранения колосс. Выходят в силу, берут тараску, чтобы больше отхила было. За счет этого больше урона с руки. Нужно искать правильные кнопки для сплэша, потому что прорубающий урон нет с мастером. Дузу зачем? Да нет, дуза в мастера такое. Тяжело. Ты, бля, для нее щиток нужно обузить, с мастером неинтересно. Я хочу через эпицентр, но, блин, такое ощущение, как будто мне реально не дадут поиграть через эпицентр. Если он не работает, конечно, это печалька, но хочется проверить, работает он или нет. Что, берешь веху на универсала? Веху нет. Перк есть на универсал. Вехи на универсал нет. Ладно, пускай наугад будет. Алхимик. Ясно. Yes. А, тут еще прикол в том, что где найти этот эпицентр? Как его найти? Чё, они пердун. Нормально, да? Зачем? То есть ты реально хочешь сказать, что эпицентр работает? Баг. А ты когда брал? Часа три назад? Или вот недавно? О! Че, и мне попробовать? Я могу тоже попробовать. Типа, кто сильнее? Ну ладно, если работает, хорошо. После того, как ты ушел? После того, как ты ушел, ты между когда первый раз сегодня стримил? Это было давно. Это было еще 5:30, наверное. Уже 11. Полагаю, уже не работает. Не бей меня, отвали. Нет, обнова никакой не было. Последняя обнова была 13 августа. А сегодня у нас какое? 10 дней назад, сегодня 23-е. Значит, получается, мне просто не везет. Предыдущую игру, всю игру искал эпицентр, не брав шарт, так и не нашел. Грусть печальная. Серике не везет за счет Giant Strike, да? Торшер калькулятор? Что за бред? А мне вот на рандоме алхимик падает 3 коза трейд, Giant Strike есть. Правда, вот за счет этого всего что-то прям не хочется брать. Shadow Dance. Не-не, у меня в троечку. А долго у тебя она еще в тройке будет? Ну, 7 дней еще. А, ну, понятно, почему у тебя 3400. Ну, я не для того, чтобы... Я вообще не донатер, я просто стример. Пишу контент.
из-за вот этих вех двух. Ну, ты понимаешь, о каких я говорю. Они у меня и у тебя взяты. Сейчас must have физовиков. Майнить берешь. Было такое, что 5 раз подряд реки упал и ни разу Giant Strike не падал. Ну да, тут обида, конечно, согласен. А чё урон не прошел, алло? То есть получается, что он скинул кракеншеллом. А, у него кракеншелла нет. А почему? Почему только одна тычка сработала? Не понял. О, Сэндшторм. Зато Сэндшторм появился. Говорит, можно подслушивать химика. Такое ощущение, как будто я, типа, пиздобол тут буду говорить, что я буду собирать, да? Вот я, типа, такой, я тебя услышал, сейчас мы тебя переиграем. Ну все, иди сюда. Прощай, лицо. Подожди, тут они, получается, что изменили. Владелец способности атакует всех врагов. И там, получается, что чем выше скорость атаки, Бандл Страйк уже, который распадает. Чем выше скорость атаки, тем быстрее тычки. Не понял, что он не работает. Владелец способности атакует всех врагов под действием со своей обычной скорости атаки. Если враг разорвет спираль... Что происходит? Оно не работает. Ебать, ну я просто промолчу, чел. Ты... Сумка, пиздец. Оно работает 6 секунд. Почему он не идет урон? Что это за бред? Ну, какой-то бред. Блять, ладно, не буду говорить. Слышишь, Волхим, ну ты ж по-любому, я уверен, возьмешь Master of Wealth. Ну типа это must have как раз под эти две вехи, блять, под физика с руки. И это вообще, блять, просто сумасшедший дом. Сумасшедший дом? Ждешь. Я знаю это. Там, по-моему, мастера не было. А, не, есть мастер. Либо у тебя... Врожденку лучше брать, чтобы забузить Black Hole. Хотят лукать. Можно Blitzstrike взять. Можно Overdrive. Было больше дэмэджа изначально. Тут просто не забывай, что у противника бывает защита. И это по большей части проблема. Защиту в основном тяжело переиграть. Не-не, магус на дуэль не работает. Это была одноразовая акция, я еще видос записывал. Сейчас не работает. Образ варьируется между... Между мастером и Giant Strike. Мастер даст неплохой абуз в плане того, что я буду выходить в силу, но за счет этого у меня не будет сплэша. Можно, конечно, стакать вот этим. Dream Coil будет, если возьму свою ульту под анимацию, будет дамажить неплохо за счет моей скорости атаки. А Giant Strike ограничит мне скорость атаки, уже проблемки. Нет, пока скилл с Giant Strike сейчас не смотрится, потому что у него скорость тычки зависит от твоей скорости. То есть скорость вылета снаряда у Dream Coil зависит от твоей скорости атаки. По Giant Strike скорость 1.7. На алхимике, кстати, не знаю. Но если взять у алхимика, будет единица, но это максимум. Поэтому быстрее, чем единица, вылетать тычки не будут еще Dream Coil. Мультикаст на все. Но с дуэли мультикаст должен работать. Если тебе конкретно с чем-то надо, мультикаст по большей части почти на все работает. Что-то золото, блин, вокруг да около. Вроде были плюсы, там, блин, муха.
Комар, блин, прям в глаз летит. Нормально. Это же, да, вот 15 волна, 8 ставок. По-моему, должно быть больше. Ощущение, как будто я профукал несколько ставок. Единственная проблема Giant Strike, то что фиксированная тычка. Вот это вот не очень. Вот 3 коза трейд хорошо, но я не ловкач. Тут-то увеличение урона... То есть увеличение ловкости на 100%. По Giant Strike да будет добавляться урон, но мало. На самом деле, мне даже кажется, что урон не будет добавляться. Что это за странная тактика, блин? Ну что это? Блин, кажется, меня комары кусают. Ну да, я не могу его ударить. Конечно, для Giant Strike нужна перезарядка 3 коза трейда, основной дэмэдж. Чё, блядь? Ладно. Заснула. И он просто добил вардом. Прекрасно. Жизки-жизки. Жалко, что я ставлю не туда. Мультикаст не работает на дуэли? Ты проверял? Должен работать. Интересно, сколько сейчас же даст урона Giant Strike? Ну, почти. Не то чтобы много, но немножечко дало. Нет, не убивай. У него получилось. Хреновость моего билда, все-таки. Да блин, вы задрали. Ну вот, да, вот скорость 1.7. Для того, чтобы мне дамажить сильнее и быстрее за счет дримкола, мне нужна моя анимация. Не, ну по-моему, вроде как работает с мультикастом дуэль. Может, сейчас, не знаю, я давно не проверял. По идее, должно. Сопротивление магии. Там на самом деле и статы дает. Но это на гуле, блин, когда у него рейдж. Так, сопротивление магии огромное. Там и скорость атаки, и урон. Интеллект не нужен, а урон, скорость атаки неплох. Нет, рейдж дает 80%. Что-то там мне подсказывает, что меня сейчас съедят. Вот даже сейчас заметил, под 3 коза трейдом урон чуть-чуть режется. Чуть-чуть буквально. Здорово, здорово. Единственное, мне больше всего не нравится, за счет чего, да, вот 3 коза трейд, ты находишься в нем. Слышишь, Алхим, какую ты в основном третью веху берешь? Ну, под вот это все колосс, как я понимаю, ну, если логично думать.
Нет, почему нет? Ну, либо сопротивление магии, либо броню. Так, а под устранение, наоборот, же профитнее колосс. Нет, воин плюс устранение больше урона дает, чем воин и колосс. То есть устранение колосс. Не, я имею в виду воин, устранение и колосс. Все три. Мне интересно. Жизнь молодая, прекрасна, только у меня сейчас камеры сидят. Не пробивается. Что-то как-то он быстро бегает, подозрительно. Что, блин, не передвигаются предметы. Чё он так быстро бегает? Я тоже что-то почувствовал. Блин, достали эти комары, жесть какая-то. Блин, еще как-то слишком жарко. Реально жарко. Бабах. Надеюсь, все поставили лайк. Да, пиздец, сегодня день ультимуэр. У всех ультамуэрты. Блять, чел, ну с тобой я явно не хотел драться. Подожди, по-моему, урон такой же остается, да? А, нет, чуть-чуть добавляется. Блять, я думал... Тут еще херня в том, что под джайн-страйком, когда скорость атаки увеличится в 1000, больше не дает урон. Поэтому трико затрет на силачах, на интовиках. Если джен страйк есть, то не имеет смысла. Тоже, да, вот эти ваши, блин, фокусы всякие, гонцы, когда у тебя скорость атаки увеличивается, еще при этом скорость передвижения увеличивается, проблематично. Подожди, по-моему, этот стан
Раньше вроде был талант, да, такой? Когда стан летит именно... Ну, хотя я не знаю, по поводу чего это было. Может, Аганим, может, Чарт, что это было, не помню. Не, наверное, все-таки талант был. По-моему, потом убрали. Теперь опять ввели. И спайк в 30-градусном конусе. Звучит как будто, блин, странная вещь. На самом деле просто летит две дополнительные волны. А я не знаю, будет next или нет. Спать пора? А когда всем ты спрашиваешь, что будет next, если спать пора? Согласен, спать пора. Тем более людей мало, никто не поддерживает. Что тут сидеть зря? Больно бьет. Не, то, что ты за меня, я понимаю, я просто имею в виду, что поддержка в плане доната. Я путаю видос и доту и начинаю кликать в видосе. Зачем кликать в видосе? Да, у меня даже все таланты прокачались. 38-й, серьезно. Спать пойдешь? Ну да, спать уже пора. А сколько время? У меня 11:30. Под стримчик душевный может заснуть. Но сегодня у нас, кстати, не так было жарко. Сегодня было даже приятно. Да чё кнопки не жмутся, я же нажал. Чё происходит, блин? Реально, когда хочешь, чтобы кнопка нажималась, она тебя игнорирует. Целиком и полностью. Хочешь найти ульту алхимика в нужный момент, а ее нет. Не дают. Где же моя ульта? О, это хорошо. Я с Луганска. Ну, не с Луганска, в Луганске. Кингисеппа, это какой город? 20 рублей задонил. 20 рублей это куча денег, куча бабла. Жестко.
Не, ну если ты хочешь убедиться, я могу сейчас проверить. Следующую катку иди, тебе подписчики говорят. Следующую катку иди, тебе подписчики говорят. Да, все пришло. Прочитал, спасибо. А, серьезно? А, я понимаю, почему 0.89. Точно, я вообще забыл. Точняк. У меня же минус 0.1 секунда интервала рейдж. Прикольно. Я не последнее время, когда играл через Giant Strike, я не помню, играл ли я на алхимике. Ну, ого, жестко. В Питер на алые паруса, а что там, красиво, да, говорят. Крипочки пока в Untouchable не пробивают, это хорошо. Далековато ехать? Ну да, 2000 километров многовато, согласен. Через 3-9 земель. Нет! Она смогла, умудрилась выжить. У нее получилось. Чего ничего не работает, я не понимаю. Ура. Смысл у тебя алхимика для, чтобы снизить анимацию? По Giant Strike скорость тычки 1.70, это у меня под моей ультой 0.89. Кажется, у Джаги уже проблемы. Ну да, мастер. Ну хотя он на сэншит нашел, на самом деле, да. Но на мастере, как-никак, существуют проблемы. Нет сплэша, отсутствие сплэша. Да какие станы, блин. Бам. Почему донат не отобразился? Да нет, в последнее время тут... Да блин, опять в этот торрент зашел. Сорян, что так мало на карте, что было, ты скинул. Обожаю тебя, братан. Спасибо, спасибо за поддержку. Просто в последнее время проблемы с этими донатами. Они отображаются, но редко.
Ну, да, есть, конечно, вариантик неплохо сыграть, но, опять же, Untouchable можно благополучно убирать. Опять же, что я под это найду? Еще один сейв? Нет, больше сейва не найду, к сожалению. У Джаггера явно проблемки. Ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Подожди, а что у меня скорость 1528? Или это под ультой алхимика, не пойму. Ну да, это под ульту алхимика получается. Спасибо. Да и далось место нулифайра. На крипах можно, да. Go last lobby. Думаешь, надо? Не, у тебя есть один подсейв. Один есть. Ну, блядь, это такой, знаешь, подсейв. Типа как залупа, блядь. Это такой же подсейв. Да, но тем не менее он мешает тебе найти еще второй подсейв. Если у тебя есть второй, правда, второго нет, но... Вечер добрый. Да я не знаю, посмотрим сейчас. Может, и создам следующее лобби. Посмотрим. Мне выпадает Сан Кинг, я буду стоять в ФК. Ну да. А ФК постоять можно, согласен. Подожди, у нас два мастера. А, нет, один. Два дженстрайка. Называется «Жду не дождусь», да? Кстати, против ультимы РТ можешь взять штуку, одну, которая 5 атак дает, бить через ГОСТ. Нет, а если я буду пытаться пробить ультиму РТ, то тогда мне нужно бить просто рукой. По-моему, как раз именно трик за трейд при прожатой брошке не дает возможности ударить в ГОСТ. Что не так с СК? Ну, там багнута его ульта. Могу сейчас показать. Спасибо, спасибо, здорово. Головая масса. Бред сделали со спылом? Какой бред? Блин, ничего интересного. Не сказать.
это в натуре пидорство. Нетерпеливость, вот это, блядь, веха. Ну, блядь, сучка. Это да, это пидорство. Не гори, не гори. Да я не горю, блядь, просто игра обосранная, вот это все. Это уже не первый раз. Да только что я против чувака Топатин играл, 8000 ММР. Причем здесь пидорство, вообще не понимаю. По-моему, тут все логично и просто. Тебя переиграли. Не, ну реально, что гореть? Какой смысл гореть? В этом нет смысла абсолютно никакого. Какое-то лютое дерьмо падает. Что такое? Блин, ты уже падаешь мне который раз. Сколько раз упал этот Рошил? Причем на рандоме. Что не так с этой игрой, блин? Нет, баг именно с самой ультой СК. А, блин, там была пассивка этого. Ну ладно. Все равно я не ловкач. Да по идее должно работать. Возможно, не знаю. Я на самом деле хз, не знаю. Не, ну по идее должно работать. Ваншот. Окей, сейчас проверим.